спою последнюю песню. Говорят, последние не говорят, говорят крайне. Я говорю, говори, говори. Кому говорят, говори. Песня серьезная. В канун Рождества она потеряла память. Ее целовал совсем незнакомый парень. Ее телефон был полон чужих фамилий. Ни цвет, ни фасон, как будто уже не шли. Ей врач прописал на месяц режим постельный. Гулять по часам, грусти рацион раздельный. На что ей лежать, ведь если ты все забыла, тебя удержать никто и ничто не в силе. Четвертый этаж, без лифта подъезд и арка. Такси, экипаж какой-то известной марки. Полгода в пути, вокзалы, аэропорты. Но не взаперти, и память все так же стерта. Азарт и ни тени страха, ведь мир же цветной, есть охоть чему и ахать. Ей запах дорог приятен на вкус и ярок. Оставим порог и все, что грядет, подарок. Узнав свой портрет в газете такой бумажной, напишет письмо, кто ищет сестра ли брат ли. Приеду домой, наверное, позже. Вряд ли. Участников фестиваля и для зрителей. Другого способа, как лично с вами познакомиться, наверное, не будет. Поэтому все, кто хотят получить какие-то призы завтра в середине гала-концерта в антракте, сегодня или завтра найдите меня вот по этой фиолетовой рубашке, я вас запишу. Те, кто купил билеты, запишу вас по номеркам билетиков. А те, кто с билетом участников фестиваля, тех запишу по именам. И завтра обязательно мы разыграем кучу-кучу призов. Все будут, я думаю, счастливы. Вот. И в том числе участвуют те билеты, которые на послезавтрашний спектакль «Штирлиц. Попытка к бегству». Поэтому, если вы хотите увеличить свои шансы выиграть в лотерею и еще не успели купить билеты на «Штирлица», обязательно завтра до вечера успейте, найдите меня, я вас запишу. И все, и будет куча призов для вас. Спасибо, Алексей. Я хочу пригласить лауреата, нет, не так, участницу творческого объединения «ОАЗИС», поэта Галину Лукашину, город Обнинск. Я расскажу стихотворение, которое называется «Нежданная любовь». Нежданная любовь не худшее, пожалуй, среди палитры чувств, испытанных уже. Нежданная любовь, вниманием, пожалуй, мой одинокий мир на пятом этаже. В
Печаль его добавь, смятение тревоги, сумятицу звонков, надежды сладкий дым. Размеренный мой быт, внеси свои предлоги, сломав за много лет сложившийся режим. Звериную тоску ночей моих бездонных объятием крепких рук, как цепи, разорви. Взметнется пусть пожар страстей моих нескромных, зажженный огоньком явившейся любви. Как легкая вуаль спадет с лица усталость, и нежность оживет в разбуженной душе. Нежданная любовь, я так тебя заждалась в двухкомнатной тюрьме на пятом этаже. Спасибо. Спасибо, Галина. А вот теперь лауреат. Лауреат Долгинской ноты 2012 года в номинации «Исполнитель» Наталья Лукутина, город Брянск. Добрый вечер. Большущий вам привет от моего города. Галина Данилева, Виктор Попов. Фонарщик. Я спою свою предкрайнюю
музыкальную песню, которая называется «На ладошках». От земли он уже большой, знает.
высокие матросы юны. Музыка неба слышна. Вот уж корабль идет из страны. Центральной библиотеки. И на сцену выходят его участники. Первым я приглашаю Антона Бакуна, творческое объединение «Оазис», город Обнинск. Добрый вечер, друзья. Так исторически сложилось, что я одновременно представляю не только город Обнинск, но еще и город Жуков. Когда несколько назад переехал в будущее все-таки коренным обнинцем. Но это так, просто для расширения географии нашего фестиваля. А фестиваль только начался, и песня соответствующая, она так и называется, «Начало». В тихие воды падают звезды, их уже не разглядеть. Станут со временем волнами в море эти круги на воде. Видишь, чем ниже, тем больше поток, выше едва различимый исток. Там под камнями бьют пара ключей, ты не смотри, что ручей. Это только начало. Thank you.
дипломанта самой первой Обнинской ноты 2008 года в номинации «Композитор». Участник творческого объединения «Оазис» Владимир Лысак. Добрый вечер, приятно всех видеть, хотя никого не видно на самом деле. Но тем не менее, здорово, что...